Глава региона начала аппаратное совещание с предупреждения об ухудшении погодных условий на территории Ульяновской области. Сергей Морозов поручил главам муниципальных образований усилить контроль за работой коммунальных структур, призвав подчиненных обратить особое внимание на работу топливно-энергетического комплекса. Из-за непрофессиональных действий происходят там гидравлические удары, так сказать, западают все, так сказать, там технические средства, и потом начинается масса проблем. Говоря о работе коммунальных фирм, Сергей Морозов также заявил о необходимости подключения муниципальных учреждений к системе АИС «Город». Это станет логическим продолжением реализации на территории Ульяновской области приоритетного проекта «Умный регион». Одним из пазлов большой картины является разработка димитровградской компании АИС «Город». В городе атомщиков программой пользуются все ресурсоснабжающие организации и часть местных управляющих компаний. Удобна программа и для муниципальных учреждений. Должны проанализировать, каким образом каждое муниципальное образование может заключить соглашение с АИС «Городом» и реализовывать, для того чтобы посмотреть, какие в социальной сфере есть учреждения, везде ли стоят счетчики учета, потому что они должны в автоматическом режиме передавать непосредственно всю информацию. Говорили на аппаратном совещании и о взаимодействии власти с рядовыми жителями. Самая больная точка региона – сфера ЖКХ. Сергей Морозов потребовал от министра Дмитрия Вавилина разобраться в тех ситуациях, о которых постоянно рассказывают ульяновские СМИ. Дурит людей, обманывает людей стороны управляющей компании. Я Вавилин еще раз говорю о том, что мне практически не нравится, как работает ваш там госпожа Картузова. Как не получал от нее никакой информации, так и не получает. Ни положительный, ни отрицательный. Последний раз вот здесь присутствие журналистов говорю о том, что либо вы заставите ее работать и исполнять качественно, надлежащим образом свои обязанности, либо вы мне представите конкретное предложение о ее замене. Я не собираюсь закрывать глаза, говорю, на тот бардак, который есть в ЖКХ.